Привет, ребята. Немножко информации по поводу потусторонней фабрики Астатина. В общем, ее переделали. Сейчас можно ходить туда на 10 часов один раз в неделю. Способов продлить, как я полагаю, не будет данную зону. Так, чтобы понимать, насколько толстые там мобы, я покажу эквип, покажу СПС. Скиллы, наручники. То есть здесь практически все по фулу. Везде есть ЛС, кроме сета и пушки. Сана откат стоит. То есть в целом лучник очень-очень сильный. Но для, скажем так, наглядности я просто одену второй бросок Миндвера, чтобы уж прям совсем мобов не шотать. В общем, обычная стандартная ветка, дуал скиллы взяты, тоже по сути стандартный набор. Монетка не взята. Мункул у нас Ари. Чарон нету. Давайте для начала сходим в море спор, посмотрим, сколько он бьет по привычным нам мобам. Сразу хочу извиниться, буду писать опять же одним дублем с запинками. Так, в общем, у нас баф на Тасайха, никаких лимитов я не юзаю, рубашку я не юзаю. По поводу скиллов, здесь 31 умение и все новые скиллы выучены, вплоть до 120. Но это нам не особо важно, нам главное посмотреть, сколько он бьет по мобу в море спор. Ну, почти 5 хитов. Теперь заглянем в башню дерзости на 116 мобов. Если, конечно, меня сейчас не выкинет. Так, третий этаж, 116 мобы. Где-то 4 хита. Чудеса меня не дисконнектнуло. Ну а теперь отправляемся в фабрику Астатина. Так, в общем, карта. Есть, по сути, два вида комнат. Наверху у нас красная зона, сзади у нас синяя зона. Предположительно, уровень мобов в нижней и верхней зоне 112, а в средней 116. По сути, верхние и нижние комнаты, если смотреть по карте, они одинаковые. Ну, то есть мобы в них одинаковые. Зачем это сделано, я не совсем понимаю, потому что могли бы сделать, допустим, в красной зоне 120 мобов. Ну и, собственно, 112 мобы, здесь есть штраф на получение ДН из-за того, что моб синий, но на это внимание обращать не стоит. Посмотрим, какой урон я нанесу по мобу и сколько с него выпадет от ДН.
Довольно мало. В районе 140 тысяч. Сразу заглянем в красную зону, чтобы убедиться, что мобы такие же. Иногда даже не убиваю с одного хита. Каких-то особых пассивок у мобов нет. Ну и теперь самую интересную зону, это зеленая со 116 мобами. Как видите, мобы раза в 3 либо в 4 плотнее. То есть почти по плотности сопоставимы с мобами в море спор. На Дэне падает почти в 2 раза больше. То есть в целом план стоять алтарными лучниками на 2 комнаты через 2 разложенных петов по сути провалился. К сожалению, этих мобов может шотнуть только ДК, очень хорошо заряженный. При этом я бы не сказал, что этот лучник бюджетный. Единственное, чего здесь нет в данный момент, это третьего лука и коллекций. С моба падает где-то 270-285 тысяч адены. Количество опыта, собственно, вы тоже видите. Для сравнения, сейчас слетаем в соло локации с такой же, с таким же бонусом. Новые. Я покажу, сколько падает там. Допустим, возьмем босс. Ну, где-то больше, чем в 2 раза меньше. При этом мобы, конечно, 120 уровня куда легче, чем там 116. И аденки я бы прям не сказал, что мало падает. В общем, если честно, мое мнение по поводу фабрики, то что... довольно провальная локация, учитывая, сколько урона нужно, чтобы там нормально стоять. При этом это вроде бы соло локация. Я изначально думал, то, что там мобы будут по плотности такие же, как в 112 алтаре, то есть 116 уровня. И такой лучник их спокойно убивает с одного хита. Даже без бафа, наверное. Ну и вторая локация, по опыту покажу, это тоже новая лока. ХС. Она тоже 120 уровня. Но это больше для сравнения, опять же, с фабрикой. Мобы тоже 120 уровня, как я говорил. Но она усиленная. То есть здесь чуть больше... чуть больше опыта. Процентов на 6-7.
Также мобы умирают с одной тычки. С критовой тычки. В общем, зачем нужно было делать усиленные локации, я тоже не совсем понимаю. Могли бы сделать хотя бы плотность мобов в два раза больше. В два раза больше опыта, полтора раза больше адены. В общем, добавить больше нечего. Чего-то классного от фабрики Астатина я бы, наверное, не ожидал. Так, ну и по традиции хочу напомнить то, что у меня есть Discord. Там проходит обсуждение игровых вопросов, вопросов по поводу обновления. Выкладываю какие-то замеры, таблички и так далее. Также проходят розыгрыши кодиков 7 дней премиум. Также есть телеграм-канал. Походу Йобса слил где-то чаров. Телега заработала. Ладно, к сути этот не относится. Большая просьба подписаться. Ссылочки все будут в описании. Все, всем спасибо. Всем добра.